Я помню, у меня как-то была беседа с высокопоставленным чиновником из Российской Федерации на одном саммите. И я тогда говорил, потому что только подписывал несколько нот в адрес Российской Федерации, потому что в Приднестровье проводили так называемые военные учения. Да. И я возмущался, говорю, ну невозможно же, все-таки это как бы неправильно. Да? Понимаю, ваша армия там проводит учения совместно с армией Приднестровья. И мне говорят, а вы радуетесь, говорит, таким образом происходит утилизация военных припасов, которые находятся в Приднестровье. Вот на сегодняшний день для меня очень важно, чтобы эта утилизация не происходила точно таким же образом, учениями на территории Приднестровья, а все-таки мне не нравится термин утилизация. Нужно выводить с нашей территории эти там, насколько я понимаю, не все находится в том состоянии, чтобы можно было вывозить, транспортировать. Поэтому ну хорошо, есть то, что не находится в транспортном состоянии, тогда нужно утилизировать, а остальное лучше всего выводить с нашей территории.